Всем привет! Сейчас хочу рассказать, как настроить свой компьютер под игру CSGO. Вот. Значит, в Steam. Заходим туда. Библиотека. CSGO. Вот, выбираем в списке. Свойства. Вот параметр запуска. Нажимаем. Вот тут получается, вот там нужно прописывать это все. Вот. Сейчас покажу вам список, чего нужно прописывать. Так, вот он, список. Ну вот. Вообще, самое основное, это сколько оперативки, сколько ядер. Вот. У меня вот 4 ядра, вот я 4 прописываю. Так, может, 2 там прописать, или сколько у вас там. Вот, и оперативка. Вот тоже список, самое основное вот это. Тут разрешение. Ну вот, так вот, почитайте. Что-то может интересного быть. Ну вот, ладно, всем спасибо.